Праздничный вечер, посвященный Международному женскому дню, начался с выступления городского симфонического оркестра под управлением Александра Цветкова и хореографической группы «Мажореток». Перед началом концерта великолучанок поздравили с праздником заместитель главы города, депутат городской думы Сергей Огарев и заместитель главы администрации города Ирина Бушенкова. Здоровья, счастья, любви и мирного неба над головой пожелал великолукским женщинам Сергей Огарев и поблагодарил за их труд на благо родного города. Хотел бы отметить, что наши женщины, как всегда, славятся своей красотой. Это не только мнение наших мужчин, но и многих приезжих. Это истинно так. Я думаю, что благодаря как раз вашим свету, вашему теплу, ваших сердец и мужчины сегодня в городе сохраняют тот промышленный потенциал, который позволяет с уверенностью смотреть городу в будущее, готовиться к великому празднованию 850-летия, первое упоминание на летописи о нашем городе. От администрации города Великие Луки искренние слова благодарности за то, что делают для нашего города великолучанки, передала Ирина Бушенкова и поздравила всех женщин с этим прекрасным, всеми любимым праздником. Именно этот день, он приносит в нашу жизнь ощущение весны и атмосферу праздника, счастья, любви. И, наверное, это не случайно, потому что от женской красоты, обаяния, мир вокруг становится лучше, интереснее. И, конечно, от администрации города Великие Луки я высказываю искренние слова благодарности за вашу заботу, за ваш профессионализм, мудрость, за то многое, что вы делаете в плане развития нашего любимого города, за то, что вы поддерживаете все инициативы администрации города. Это и новые программы, и проекты, и новые предложения. И я уверена, что именно женщины, объединившись друг с другом, конечно, сделают наш город лучше, привлекательнее, и в нашем городе жизнь будет значительно комфортнее. В праздничном концерте, посвященном весеннему празднику, приняли участие академический хор «Кант», образцовый хореографический коллектив «Жемчужина», Народный театр «Турбадур» и другие творческие коллективы города Великие Луки. Не обошлось в этот праздничный вечер без сюрпризов. Великолучанка Анна Царева получила сертификат на сумму 409 тысяч рублей на получение материнского капитала.